Ребята, всем привет! Клуб интеллектуального туризма. Я Анисимов Дмитрий. Сегодня по Миньяру немножко погуляем. Сзади меня Никольский ключ. Ну и отсюда начнется наше сегодняшнее путешествие. Давайте смотреть. С Никольским ключом связаны две легенды. По одной, вот эта гора, с которой он стекает, под ней, внизу, лежит серебряный крест. По другой, здесь раньше была часовня. Это, конечно, новодел, но раньше здесь была Никольская часовня. И на большие праздники сюда стекались люди. Это просто новая постройка, она внутри полностью пустая. Ну, давайте сам ключик посмотрим. Вот, собственно, гора, с которой стекает. Ключик, облагорожено все. И сейчас уже осень. Понятное дело, что здесь купель, так скажем, не набирается, потому что вот докуда-то до туда должна набраться. Ну и рядышком часовенка. Сейчас поездим по Миньяру, наверное, посмотрим еще несколько достопримечательностей и пещеру.